Всем привет, с вами Ваня, это канал Латуш ТВ, канал, где я обсуждаю участников предстоящего Евровидения, которое пройдет в Тель-Авиве. Итак, должен сказать, что, во-первых, можете меня поздравить, я переехал на новую квартиру и сейчас здесь обживаюсь. А во-вторых, я сегодня хочу составить свой топ первого полуфинала по итогам тех оценок, которые я давал еще тогда, когда записывал свои первые реакции на участников. И что же у меня получилось по итогу? Конечно же, сразу хочу сказать, что мы еще не видели выступлений. Конечно же, конкурс Евровидения, это конкурс не только песни и вокальных данных, это конкурс еще и артиста, и номеров. Это конкурс некого комплекса номера, песни и всего-всего остального. Поэтому я, конечно, могу ошибаться, но я составлял свой топ по своему первому впечатлению. Я не видел номеров, и, конечно же, мое мнение может поменяться, но, тем не менее, я хочу озвучить свой топ первого полуфинала. И по итогу моих оценок у меня, значит, есть 4 фаворита первого полуфинала. Это Чехия, которая от меня получала 8 баллов, это Австралия, Исландия и Венгрия. Эти страны у меня получили по 7 баллов. Дальше у меня, конечно, интересная ситуация, потому что в первом полуфинале оказалось, что у меня очень много шестерок. Я очень многим странам поставил шестерки, и этих стран у меня оказалось 8. Но, тем не менее, из этих 8 стран я должен был выбрать остальные 6 стран. И следующие позиции у меня занимают, значит, следующие участники из Бельгии, Греции, Кипра, Польши, Сербии и Эстонии. Все-таки мой топ будет топ-10 такой. Это Чехия, Австралия, Исландия, Венгрия, Бельгия, Греция, Кипр, Польша, Сербия, Эстония. Но, тем не менее, я должен сказать, что очень много я вижу в интернете фанатов, людей, которым нравится Португалия, и поэтому я допускаю, что, возможно, Португалия пройдет в финал. Мне же эта страна не понравилась вообще никак, я ее оценил ниже всех стран, вы наверняка помните, те, кто смотрели мои выпуски. Вот, и, конечно же, мне бы очень хотелось, да, то есть, чтобы вдруг произошло какое-то чудо, и вдруг участница из Белоруссии тоже прошла в финал, потому что, опять же, вы знаете, те, кто следят за моим каналом, что я родом из Минска, уехал я уже давным-давно в Москву, живу уже здесь, у меня гражданство, но не суть. Но я был бы очень рад, если бы участница из Беларуси прошла в финал. Тем не менее, несмотря на то, что мне эта песня не очень нравится. Вот. В общем, мой топ такой, и давайте следить за конкурсом, давайте общаться, давайте обсуждать. Мне очень интересно узнать, какие у вас топы, кто ваш фаворит, кто ваши лидеры. Вот. А совсем скоро будет следующий выпуск второго полуфинала, и я назову свой топ участников. Потом мы с вами вместе можем поразмышлять насчет финала, подумать насчет десятки лучших финалистов. В общем, давайте высказывать свои мнения, делиться ими. Мне очень интересно их знать. Обязательно оставляйте мне свои комментарии, ставьте лайки и давайте будем общаться. Я вас всех обнимаю и говорю вам пока-пока.